холодненькую сделала. Нека пьет водичку. Ой, ну все. Нека попил водичку. Это дракончик. Наверное, мы затыкаем пробочку, да? Да. Или как она затыкается? Я сейчас боюсь, что она вот сзади, вот такая штучка. Ага, все. Мы набираем холодную водичку, да? Так должна быть холодная? Написано, да, какая. Не знаю. Дракончик маленький. Его нужно массировать. Мы начинаем. Начинаем массировать. Двумя ручками. Да. Конь, по-моему, не растет нифига. Молодец, что ли? Ну, я вот его массирую. А, может, его под хвостом массировать надо, как полагается. Он долго растет. Ну что, наверное, закроем воду, да? Как закрыть, вот так? Да. Не хочет расти, да? Но он пузырьки пускает. Слушай, по-моему, я просто утопила дракона. Я ведь все правильно сделала, согласна. Ну да. Давай читать заново инструкцию. Инструкция. Используйте только чистую воду. Окуни игрушку в воду. Если чего, массировать игрушку, то она вырастает быстрее. Достань выросшую игрушку из воды. Интересно, вот когда ее достать? Через неделю? Не хочет? Покажи своего зайку на пижаме. Вот он, да. Жайка. Жайка. И вон там жайки. Нет, я буду массировать от твоего дракона. Может быть, надо жестко массировать? Тихо, я как его кулаками уже. Ну, расти, расти, маленький. Он под цвет твоей пижамы. Да. Расти, золотой. Причем просто намочили дракона с тобой. Мы просто очень бы его утопили, еще и побили. Проверь, я все это сделала. Расти. Он на тебя грустно смотрит. Прости. Пусть он не смотрит, чтобы мне не было совестно. Нифига не растет. Слушай, а может и вырос? Вот такая же была размера. Откуда я знаю? Его же в выросшем состоянии там не показывают. Где может... упаковка? Вот, под мышками. Хеля, он уже больше это был. Он же прятался вот под этой фигней. Ну, он был сложный, да. Так, кот пришел понаблюдать, что здесь происходит. Ах ты, я оно хочет. Вась, иди помогай. Я даже не знаю, что это дракон. Давай я быстро помогай. Расти, расти, говори. Придется оставлять. Придется заезжать на обратном пути, Жень. Ага. Он будет неделю лежать здесь, расти. Он растет, Хэлли. Думаешь? Нет? Надо было замерить его линеечкой. Да. Хотя бы по диаметру ракурса. Ассоциации с линеечкой сразу определенные. Он был вот таким, мне кажется. Он хоть жестким становится, нет? Кстати. Да, он же был тряпочкой. Он тряпочкой. Да, у него внутри теперь прям человеческое что-то. Ну, в смысле, что-то прям жамкать хочется. Ну, в смысле, трогать хочется. Давай! Смотри, он растет, он реально растет. Да, он все внутри упругенький стал. А это его как повезешь, если он из него будет вытекать что-то. Вытекать водичка? Водичка. В целлофановом пакетике. Погранцы же не пропустят, скажут, жидкость нельзя в драконах провозить. Он реально растет, смотри, он уже по диаметру, ну, я вот так замеряла, да, по раковине. А вдруг он сейчас это будет? Вдруг он станет огромный, будет ходить и нас пугать. Я боюсь. Ну, кстати, его сразу в холодильник. Не мочить. Гладить нельзя, стирать нельзя. Вот это что значит 0,3? Офиг его знает. Не знаю, малыш. Слушай, он реально стал прям упругий как. Думаешь? Да. Слушай, он сюда ни при каких раскладах уже не помещается. Ой, он твердый, блин. Он твердый, ничего себе. Говорю. Слушай, это реально, это самая настоящая иллюстрация его может, дамы и господа. Ну, да. Было маленькое. Он как вымахало. Он же внешне не подходит на мужевского. Слишком розовый? Слишком милый розовый. В это времена триллера. Детский. Тыфа про эти времена просто не писала. Это времена расцвета. Смотри, какая прелесть. А он потом будет опять уменьшаться, да? Я не знаю, написано уменьшаться может. Да? Его опять в воду, он вырастет. Пусть уменьшается, чтобы потом опять... В холодильнике так... написано, нужно. Вот, не, мы не будем в холодильнике. Пусть он, наоборот, уменьшится, чтобы мы его потом главное... с тыфой опять мочили. Главное, микроволновку не сыпь. Да. Ну вот, отлично. Все, пусть... вырос? Да, ну что, вот здесь? Или где у вас батарейка? Где его поставить рядом? Думаешь, его высушить надо? А вдруг вся вода из него высушится, и он опять тряпочкой станет? Да, так я этого и хочу. Чтобы провести в Донецке, провести повторный эксперимент. А вот я не знаю, как его вернуть в первоначальное состояние. Хороший вопрос.
Значит, это с русским надо. Однозначно. Достань выросшую игрушку из воды, смахни рукой в воду смеха. Смахнула. Даже вырвала. Так. Протри игрушку полотенцем, и она останется сухой. Ну, полотенце останется. Можно им воспользоваться? Конечно. Ну, наверное. Ты думаешь, ему не понравится коричневое полотенце? Может, полотенце не понравится. Полотенце? Там уверяют, что если после того, как я выйду, высушу, он останется сухой. Сухой? Ну, кстати, да. Ну, прикольная штука. Вообще, ты тупо нашла. Ну, вот случайно. Причем ты прочитала, что тебе понравилось, я решила прикупить. Вообще, меня задурил. Вообще, да. Он реально сухой. Ну, что дальше? Не заставляй игрушку расти слишком сильно, вода может потом вытекать. Если вода все же вытекает, смахни ее с мягкой, протри полотенце мягкой игрушкой. Если игрушка уменьшится со временем, просто дай ей впитать еще немного воды, и она вырастет немедленно. При повторном погружении впитывание может быть немного медленнее. Если необходимо сохранить игрушку в выросшем виде длительное время, лучше сохранить ее в холодильнике. Ну нет, ну все, пусть до утра стоит, да? Ну да. Давай здесь так поставим. Ну все, да. Наша миссия выполнена. Да. Проверка прошла успешно. Филя. А, все. Ну, инструкцию надо сохранить определенно. Каким-нибудь отдельным. Ну, что, прикольный, симпатичный получился. Угу. Плюшевый. Ты мега дур. Ну все. Поездки в Донецк мы готовы. Перед Новым годом, веночек на двери. Какая прелесть. У тебя не квартира, а просто, я не знаю, корона. Да ладно.